Сегодня утром в Ядрине обрушилась кладка жилого дома по улице 50 лет Октября. Жертв и пострадавших нет. На место сразу выехали представители Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и республиканского Минстроя. Напомню, мы уже рассказывали о судьбе этого дома. Прошлой весной он был построен больше полувека назад, а с 2017-го здание числится в списке аварийных. Сейчас в доме живут почти 40 человек. Заселены 9 из 16 квартир. Комиссия уже провела осмотр объекта. Подробности по телефону сообщил председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Аварийной такой ситуации на сегодня нет, чтобы прямо вот их переселить оттуда. Дом стоит в программе расселения по программе ветхого жилья. Прошлись по квартирам, пока все терпимо и сейчас уже будет под контролем. Там даже ни маячки не надо ставить, ничего нет, ни трещин, ничего. А вот общая ситуация, ряд кирпичей, которые примыкают к отмостке, как таковой там отмостки нет, поэтому они выпадают.